Приветствую всех зрителей моего канала. Данное видео будет о том, как создать кошелек MyEther Wallet. Вот. Все достаточно просто. Ссылку на сайт я оставлю под видео. Итак, начнем. Ну, то есть при переходе по ссылке вы попадете на главную страницу. Вот. Первым делом придумываем пароль. У меня кошельков много, я вот тут вот наугад напечатаю. Просто пароль, даже сохранять его не буду. Нажимаем создать кошелек. Вот. Переходим на следующую страницу. Что у нас потом? Выполняем вот это вот действие, скачать файл K-Story. Все, там потом, ну, показать в папке его, в общем, там, куда-то уберите его, чтобы знали, где он хранится, он может вам в будущем пригодиться, мне он сейчас не нужен. То есть все, скачали, сохранили файл, нажимаем вот эту кнопочку, а я понял, продолжаем, I understand, continue. Далее нам дается вот этот приватный ключ, вот это вот уже поважнее штука. То есть мы его обязательно копируем. Я вообще как рекомендую сделать, откройте файл блокнот, туда скопируйте вот этот приватный ключ и туда же занесете адрес своего эфириум кошелька, который мы сейчас в дальнейшем получим. Можно напечатать еще бумажный вариант, там, ну, этот QR-код. И куда-нибудь убрать, мало ли, если там ключ потерялся. В общем, будет возможность получить доступ к кошельку. И это очень важно, потому что если эти данные потеряются, потом доступа не будет к кошельку. Никак не получить его. Все, это мы, значит, с вами копируем, сохраняем обязательно. Все, нажимаем кнопочку. Ну и все, грубо говоря, наш кошелек создан. Что нам делать в дальнейшем? То есть вот у нас есть наш ключ, который мы сохранили. И чтобы войти в кошелек, вот на этой страничке, вот, мы нажимаем кнопочку, вот эту, закрытый ключ. Все, сюда мы вставляем ключ, который нам дали. И все, нажимаем кнопочку «Отпереть». Ниже появляется наш кошелек. Это наш адрес, QR-код, да, кошелька. А вот сам адрес кошелька нашего. То есть его тоже копируем в тот же файл, блокнот, да, куда скопировали ключ, и сохраняем. То есть подпишите, чтобы не путаться, где адрес кошелька, а где закрытый ключ, чтобы потом не перепутать. Ну, вообще, как бы все, вот, кошелек готов. Можете пользоваться им, можете создать, не знаю, бессмертно, как бы хоть сколько таких кошельков. Никто этого не запрещает. Ну, в принципе, там одного-двух, я думаю, достаточно. Все. Спасибо за просмотр. Желаю вам удачи.